привет, дорогие друзья, с вами Ник Паркер, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Battle Cats. Итак, братишки, смотрите, мы прошлую стейдж прошли на одну звезду, и сейчас проходим второй стейдж. Думаю, тут кота дадут или нет. А, нет, просто на ускорение, быстренько пройдем, получим много. О, господи, гляньте, что Battle Cats'еры творят. На воду Battle Cats'еры называть. Это пародия на обычную рыбку в натуре. Господи, 9,5 мне дают 60к XP. Так. Чувствую, XP прям тут фармить изи и изи будет. Так, следующее. Кальмар. Сельдь. Так. Так, все, кинули туда еще одну коровку. И канкан. Канкан там любого со мной таки вынесет, кто выйдет. Потому что тут уровни вроде слабенькие. Так что нам за этот уровень дают? 75к XP. Ну, 900к XP. Ой, 90к. Так, 100 тысяч. Ну, 125 тоже неплохо будет получить. Так. Это изи, скорее всего. Ну, канкана сначала. Чтобы он разобрался с ней один на один, по-мужски, как говорится. Ой, тёлочка это опять. Ох, тут уже они были напкачанные. Ну, пофигу, кан-кан, всё нипочём. Всё, убили. Блин, надо было бахамот-то закинуть, чтобы сразу убили и отлетело так. Но мы, на 9, все равно быстро проходим. 125к XP. 9 лямчиков. Ура. Это балдёж. Так. Крабики. Нет, тут можно... Крабики, крабики. Они танцуют крабиков. Ну, это угарно. Это бан. Это корову. Главное, чтобы первейш ударил... А, они еще танки, можно считать. Я не знал. Так. Много крабиков. Туда тогда нужно этого кинуть. А, они красные считаются. Так, минус. Минус. Минус на минус равно плюс. Так. Бан, все мы прошли. Нам дали 150, снайперы, 200 тысяч еще плюс. Блин. Райер тикет тут дают. Сейчас откроем райер тикет. Так. Сельдь пошупай, как я буду ее называть. Стоп, я тут тогда много райер тикетов нафармлю. Ну, тут уже не изи. Так, попробуем сначала туда бахамута закинуть. Сейчас коровка еще там разберется, она сейчас умрет. Нет. А, не, да. Ну вот, сейчас она там разберется. Я туда бахамута кину. Вот она, надеюсь, все разрулит. Все положит по своим местам. Так. Бан. Так, давай еще 90к заряди. Ну давай, последний разок, и ты, наверное, умрешь. Господи, тут, мне кажется, уже 300 тысяч ему нанесли. А вот 400 тысяч, и он умер. Так, еще одна вышла. Так, бахамут. Нет, ты не умри. Так, хорош. Так, ну давайте. За 8 и 300 скоро мы прошли. Нам дали райер тикет, 30 кэтфуд, 118к. Кэттики сейчас откроем. У нас 907 уже баночек. Я, короче, открывал, мне там выпало две повторки Убера, это Ку и Рабит. Рабит у меня еще в холодильнике. Ну вот, смотри, сейчас я холодильник покажу, где я открывал. Вот такие мне коты выпали, вот Рабит наша. Расскажите, юзнуть ее как повторку или нет? Так, а мы сейчас откроем на коллабе одну капсулу. Пожалуйста, выпади Убер. Раз, два, три, закрываю глаза. Ведьма, ну и... Поп, конечно, я расстроился, но ладно. Сейчас лаки-тикеты открою. Так, где наши лаки-тикеты? Так, 14 лаки-тикетов.
Так, 30к. Лил танк, лил бёрд. Блин, сейчас мне их надо будет еще там искать. 10к, 30к. У меня почти 10 лям в XP. Это не может радовать. Блин. Придется этих котиков лилов искать, чтобы их юзнуть первый. Плюс 5 уже. Стена сейчас будет плюс 15. Так, и мне вроде птичка еще выпала. Где птичка? Вот лил птичка. Все, плюс 9 у меня. Так, чё? 333 овкачки. Это я буду проходить на все 3 звезды. Но видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.